Все ближе мы подходим к завершению третьего тура нашего первенства в конференции А. Это значит, что все выше и выше становится ценность каждого набранного очка. У нас на площадке сейчас очередное банковское дерби будет разворачиваться. Московский кредитный банк играет в форме красного цвета. Газпромбанк играет в синей форме. Встречаются соперники, которые после второго тура занимали лидирующее положение в турнирной таблице. Ну, пусть и не первое, но, по крайней мере, близкое к этому. Разрыв в очках был минимальным. Команды знакомы друг с другом, уже не первый матч проводят. По крайней мере, в своей истории, если уж двигаться дальше от данного розыгрыша. Это могли и не встречаться. Сейчас мы еще раз проверим этот факт по статистике, которая имеется в нашем распоряжении. Но пока давайте поговорим о составах команд. Итак, за Московский кредитный банк играют сегодня на воротах Коба Галиадзе. Полевые игроки: 27-й Александр Молотопар, 14-й Максим Горячев, 7-й Игорь Васильев, 8-й Борис Безруговников, 23-й Михаил Соколов, 21-й Сергей Майстренко, 10-й Борис Махоткин. За Газпромбанк выступают на воротах бессменный голкипер Дмитрий Зеленцов. Полевые игроки: 5-й Владимир Шалимов, 8-й Андрей Королев, 29-й Георгий Тарахчев, 4-й Александр Скрипников, 6-й Сергей Гуликов, 2-й Игорь Стороженко, 12-й Петр Савинов, 4-й Александр Кучин, еще один 4-й номер Артур Гулакян, 5-й Станислав Зуйков, и Богатырев играет под 10-м номером. Вот такие составы. По-прежнему у Газпромбанка Алексей Корецкий находится на бровке поля, выступает в роли тренера. Вот сейчас нарушение правил. На паркете оказался игрок. Второй фул у МКБ. Савинов что-то очень хитрое придумал при исполнении штрафного, но в итоге не получилось. Галиадзе бросает мяч далеко, практически к чужой штрафной. Но по росту игроки Газпромбанка значительно превосходят КБшников. Поэтому такие забросы ходить будут нечасто. Нарушение правил со стороны Газпромбанка. У них первый фол. Дар Бориса Безрукавникова. Гуликов хотел скидку. МКБ не торопится. Долго искали адресат для передачи. В итоге передача не прошла. И вот хорошая возможность была у «Газпрома», чтобы забить, открыть счет в этом поединке. Безрукавников сам идет вперед. Сам же и бьет. И какая передача хитрая получилась. Казалось, никакой возможности, такой вероятности не было того, что мяч просочится через такую толчую игроков. После этого еще одна. И еще один угловой МКБ. Безрукавников дошел до него, мяч ударил. Там, опять же, куча защитников была. Атака Газпрома 3 в 3. Нарушение правил. Третий фол. Многовато для половины первого тайма. Даже очень много. Савинов у мяча. Все, я все видел.
Спасибо. Все сделал. Постоянно у «Газпромбанка» остается хотя бы один игрок на своей половине поля. Не рискуют «Газпромовцы». Свисток был дан за нарушение правил со стороны ГПБ. У них два фола. Безрукавников. Главный изобретатель. И одновременно разрушитель в составе МКБ. Угловой будет подавать «Газпромбанк». Еще один угловой. Мне тоже мешает. Давай выкинем. Артур, подергай, подергай! Передерни. Три минуты до свистка на перерыв. Богатырев отыграл сейчас Зеленцова. Еще один опасный момент, но здесь справляется Голиадзе. Сумел вовремя подняться и снова сложиться к паркету. Ну, если и было нарушение правил, то, конечно, обоюдное здесь. Аут в пользу МКБ. Растет напряжение, больше мы видим столкновений. Но другого-то мы и не ожидали вот такой игры. Зеленцов. Только на Богатырева можно сыграть. Ох, какая потеря! Зеленцов, аплодисменты должен получить за такую игру. Снова ошибка со стороны защитной линии ГПБ. Но надо уж ввести мяч в игру таким образом, чтобы не потерять его хотя бы сразу. Да, мяч у «Газпромбанка» в последние минуты две вообще не задерживается. Сразу следует потеря, здесь отмашка. Рукой там, в лицо сопернику желтая карточка. Даже не отмашка, это удар локтя. Четвертый номер, желтая карточка. Синий. Фол. Все, ребята, внимательно. 3-3 по фолам. Равенство. Так же, как по счету. Только в графе забитые мячи за немножко другие цифры. Еще один фол со стороны «Газпромбанка». Четвертый уже. Ну, такими темпами команды на пятом фоле повиснут уже после первого тайма. А значит, будет высока вероятность 10-метровых штрафных ударов. Богатырев хороший пас сделал и на выходе великолепно играет Голиадзе. Ошибка при вводе аута. Ну что ж, последние 15 секунд от первого тайма сейчас уйдут. Команды отправятся на перерыв. Очень интересный, очень насыщенный, но, конечно, слишком жесткий, агрессивный. Именно таким запомнится
Нам первый тайм. Продолжим смотреть футбол после коротенького перерыва. Продолжается банковское дерби, сражение московского кредитного Газпромовского банков. 0-0. Очень активной получилась первая десятиминутка. Много было нарушений правил, столкновений игроков. И все они были честными и добрыми. И какая хорошая атака сейчас могла пройти у МКБ. Ну, слегка неточной получилась передача. Даже дело, наверное, не в точности, а в том, что скорости не хватило адресата для получения мяча. Дар от ворот. Лядзе бросает. Очень много свободных зон оставляет «Газпром». Но вот, по крайней мере, на первой минуте второго тайма такое впечатление, что уменьшилось количество игроков на площадке в синей форме. Без нарушения правил был остановлен игрок, поэтому только аут. Богатырев нет, упускает мяч за пределы поля. Не точно бросил мяч сейчас Зеленцов. Красный. Время идет. Идет беспощадно по отношению к нашим командам. Но атаки ни у того, ни у другого коллектива практически не получаются. Если возникают, то в порядке исключений. Мне показалось, что абсолютно точно должен был быть угловой удар. Ну ладно. Судья ближе находился к месту развития событий, поэтому поверим ему. Помню, что у «Газпромбанка» по итогам сегодняшнего дня уже есть одна ничья. Поэтому вторую не хотелось бы иметь футболистам в синей форме. На ничью они смотрят исключительно с позиции потери очков, а не набора. Зеленцов будет начинать атаку. Ну, здесь только на Савинова свободного. Богатырев. Не получается пройти середину поля у «Газпрома». Слишком плотно там стоят игроки соперников. Будет угловой в пользу МКБ. Хороший плотный удар, но над перекладиной пролетает мяч. Савинов передачу хорошую сделал и немного не дотянулся до мяча Шалимов. Дар от ворот. Богатырев. В прошлых турах мы не часто его видели на поле, но сегодня выполняет он очень большой объем работы. Немного не прошла диагональ.
удар. Здесь Зеленцов. Собранный, сосредоточен. Но показывает своей команде, что некому делать передачу. Все закрыты. Отличен Безрукавников. И сейчас каркас спасает Газпром. И снова Борис с мячом. Здесь обводка у него не получилась. Да, Московский кредитный банк очень плотно насел на ворота ГПБ. Это невысокий прессинг, это супервысокий прессинг. Снова возможность для удара. Очень острый угол был. Берет тайм-аут Газпромбанк. Давайте ненадолго прервемся и потом продолжим смотреть матч. Продолжается матч после тайм-аута, взятого Газпромбанком. Нужно было им посовещаться, как-то прийти в себя для того, чтобы игру от собственных ворот отодвинуть. Насколько это получится, ну, пока не ясно, потому что МКБ остается с мячом. Сбор и сразу же потеря. За мяч зацепиться вообще не получается. МКБ сейчас, конечно, намного ближе к забитому мячу, чем игроки в синей форме. Команде, у которого остается с мячом, МКБ вообще не расстается. Безрукавников вводит аут. Будет удар? Нет. До верного попытались разыграть МКБшники эту комбинацию. И опять перехват Безрукавникова. Атака с численным большинством. Здесь в защиту попадает удар. Ну, пока это просто катастрофа с обороной Газпромбанка. Еще одно нарушение правил. Пятый фол ГПБ. Следующие будут наказываться 10-метровым ударом. И поверьте, в составе МКБ есть кому приложиться с точки. Безрукавников у мяча. Штрафной удар. Скидка, удар. В контратаку можно выходить, но уже темп потерян. Все зоны перекрыты. Савинов не двигает до мяча, но уже сил не хватает. Скорости не те. Богатырев. Надо подержать мяч, поделать передачи наверняка. Почувствовать игру. Ну вот и подержали, как говорится. Пошла последняя минута этого матча. Здесь уже просто эмоций не хватает. Все эти моменты столько было потрачено.
и моментов, и эмоций. Заброс сверху. Сразу последовал удар. 20 секунд. Сразу вперед бросок. Заброс, конечно. Правильнее будет сказать, рядом со штангой мяч пролетел. Удар от ворот. Время на заключительную атаку. Все, звучит свисток. Матч заканчивается ничьей 0-0. Мы поздравляем команду с набором очков.